По Волге с ветерком. От прогулки на теплоходе, пожалуй, не останется равнодушным ни один ребенок. Накануне речной порт принимал гостей. На теплоходе «Московский 20» катались ребята с ограниченными возможностями здоровья и их родители. Прогулка успела стать доброй традицией и проводится для деток ежегодно. Мероприятие организовано по инициативе Ульяновской общественной организации инвалидов общего заболевания в рамках партийного проекта «Единая страна. Доступная среда». Сегодня мы покатаем детей на теплоходе. У нас, значит, много спонсоров появилось данного мероприятия. И руководство речного порта, они бесплатно эту поездку для деток наших организовали. Также подарки сладкие, «Опора России» нам. Кстати, вот «Опора России» отдельное спасибо хочу сказать. Они и новогодние елки для наших детей проводят с подарками. И вот, в общем-то, все вот эти детские мероприятия, они никогда стороной не обходят. По словам организаторов, ключевая роль таких акций – подарить радость детям, которые из-за ограничения своих возможностей мало общаются и порой редко выходят из дома. Прогулка на теплоходе их сблизила, и ребята почувствовали, что не одиноки. Члены команды с удовольствием общались с детьми. Дверь капитанской рубки была открыта для всех. Для капитана теплохода Александра Морозова – подобные рейсы стали привычными. Более того, он предложил вернуть добрую традицию советских времен. В 80-е годы, когда еще была советская власть, на теплоходе «Крылов» Иван Андреевич, я работал штурманом, и мы перевозили до Астрахани и обратно 27 детских домов Ульяновской области. Обычно в мае и в сентябре. Была добрая традиция, я считаю, что ее надо продолжать. Но не только лица юных пассажиров светились от счастья. Их родители были безмерно благодарны за такой подарок. Хотим выразить свои слова благодарности организаторам этой поездки, Латиповой Елене Петровне и ее помощникам. Большое и огромное спасибо за то, что они нас пригласили на эту прогулку. Наши дети очень рады. Тоже хочу сказать слова благодарности обществу инвалиду, сотрудникам этого теплохода, что пригласили нас. Огромное спасибо, что не забывает наших детей. Для моих детей это очередная социализация и выход в люди. Это прежде всего. Во-вторых, это позитивные эмоции моих детей, а, соответственно, и мои эмоции тоже. В этот день ребята и их родители получили большой заряд оптимизма, которого хватит им надолго. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости «Ульяновской правды».